Медведник Сергей Сергеевич, 30.01.96, полный 27 лет. Астраханская область, город Знамя. 26 числа приехал в Донецк. Контракт, потому что в семье финансовое положение. Приехал 26 числа, пробыл в Донецке на Приморске 45 несколько дней. Обеспечения не было, штаны дал мне дембель, берцы дал дембель. Я со своими приехал только носки, трусы и кроссовки. Сказали, что вы там все в мясорубку превратили, и хорошо, что я сдался. На убой отпускает. Ну что это за команда сидеть в блиндаже и ждать гранаты или минометного обстрела? Это бессмысленная смерть, бессмысленная война. Я познакомился в Ростове с парнем, зовут Мухаммед. Он предложил мне работать, служить с ним. Так как без подготовки, тем более он мой знакомый, а он помощник командира, я думал, что я тоже буду среди помощников работать ТФО и всякого рода. Ну, без оружия, в плане. Потому что, ну, меня не научили даже жгут накладывать. При ранении я даже жгут не смог. С помощником службы безопасности, либо в КХО. Я один поехал с Ростова в Донецк. Они все там были. Ночь, и на следующий день мы уехали в Попасную. Ничем мы не занимались, просто заселились в брошенные дома, разрушенные. Пробыли там. После командир сказал ехать в Угорское, это рядом с Золотой. Там пробыли несколько дней, тоже поехали. Все уже к тому, кто... В общем, с 6 числа я попал в Луганск подписывать контракт. Этого месяца. Неделю назад, 8 дней назад. С ЛНР, скорее всего, потому что воинская часть была из 5 цифр. И должность была странная. Стрелок стрелкового взвода, стрелковой роты, стрелкового батальона. Ну, в плане, а я говорю, а как же так? Он говорит, вы уже по факту там в Ахмате будете получать свои должности. Я как попал на передок ночью, утром я сразу сдался, потому что я понял, что я не собирался воевать. Я ехал работать, скажем, при штабе, если так можно выразиться. Там и мобики были, там, где я в плен сдался, там и мобилизированные были. Но когда мы там были, ваши бойцы сказали, вас как зэков, в плане прям как убойное мясо отправили на передок. Мы были от вас 200 метров, и команда была сидеть в этом блиндаже и не высовываться. А смысл задачи я ничего не понимал. Оружие не дают, обмундирование не дают, подготовки никакой нет, слаживания тоже никакого нет. Просто живешь, спишь, а после того тебе дают оружие, ты идешь на передок. Я не вижу в этом смысла, это бессмысленная смерть, бессмысленная война. Обеспечения не было, штаны дал мне дембель, берцы дал дембель. Я со своими приехал только носки, трусы и кроссовки. Жилеты, 4 класса уставные. Каски тоже выдавали, обычные. Автомат Калашникова 74. Когда мы сидели в этом блиндаже, я услышал голосов 12-10 ваши мовы. И я сказал, давайте сдадимся. Мобик сказал, что сдаваться не собирается. Другой ахматец сделал вот так вот. Они вышли из блиндажа. Я их отпустил метров на 7-8, после чего наш этот мобик открыл огонь, я лег на землю, меня ранило, я начал откатываться в куст, там попытался сделать себе первую помощь, и после чего у меня ничего не получилось, у меня была аптечка, ИПП, Нифапан. Жгут. Это не выдали. Это те, кто уходили домой, просто оставляли. Ничего не выдали. В плену относятся хорошо. Сделали первую помощь. Один человек дал мне шоколад. Поднять глюкозу. После мне даже еще лучше обработали рану. В плане укололи обезбола вчера и ночью. Ночь прям хорошо прошла, без боли.
В общем, физической расправы, физического насилия нет. У нас не было ни инструктажей, ничего. Два раза всего лишь собрали на подсчет. И вот один раз собрали, чтобы подсчитаться, второй раз, чтобы подсчитаться и спросить, есть ли бронежилеты. Сказали, что вы там все в мясорубку превратили, и хорошо, что я сдался. Не ведитесь на деньги. Не ведитесь. Обманывают, на убой отпускают. Ну что это за команда сидеть в блиндаже и ждать гранаты или минометного обстрела? Оружие не дают, обмундирование не дают, подготовки никакой нет, слаживания тоже никакого нет. Просто живешь, жрешь, спишь, а после того тебе дают оружие, ты идешь на передок. Я не вижу в этом смысла, это бессмысленная смерть, бессмысленная война. Перебивались, например, мы когда на ноль пришли, там были просто сухпай Минобороны. Мы их покушали. Потом я увидел в глазах ваших бойцов гораздо сильнее мотивацию, чем нежели окончание войны они ждут. Чтобы просто не было войны. Смертей очень много. Материнские вот эти, как называется, полки собираются, эти все заявления, чтобы не забирали бойцов. Но, как я видел какое-то видео, женщина сидит, она там была в какой-то, скажем там, открытии Газпрома, а тут она уже мать погибшего. Но в плане все подставное, все это, вот, не дают пройти ни Путину, никак, ничего, никакие заявления, никто не слышит.